В Твери отремонтируют мост через реку Тверца за 36 миллионов рублей. Департамент дорожного хозяйства города ищет подрядчика на выполнение ремонтных работ. Напомним, что мост через реку Тверца находится в створе улицы Академика Туполева. В обязанности подрядчика входит замена асфальта, деформационных швов, а также перил и барьерного ограждения. При подготовке к ремонту моста существующее дорожное полотно разберут. Вероятно, на мосту будут демонтированы трамвайные пути. Работы запланированы с 1 мая по 30 сентября.